удивительное. Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. Приносит ко мне на почту письмо, взглянул на адрес, вижу в Почтамтскую улицу. Ну, думаю, нашел какие-нибудь беспорядки по почтовому ведомству, уведомляет начальство, взял, да и распечатал. Ну, как же это вы? Сам не знаю. Неведомая сила побудила. Любопытство такое одолело, какого еще никогда в жизни не испытывал. В одном ухе слышу, как будто кто шепчет: «Эй, не распечатывай, пропадешь, как курица!» А в другом, словно бес какой, нашептывает: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как прижал Сургуч, чувствуя по жилам огонь, а распечатал мороз, ей-богу, мороз, и руки дрожат, и все помутилось. Как это вы осмелились распечатать письмо такой особый? В том-то все и дело, что он не особо и не уполномоченное. Да что же, по-вашему, такое? Да? Ни сё, ни то. Черт знает, что такое. Значит, ни сё, ни то. Да как вы смеете называть меня всеми тем, да еще черт знает чем? Я вас под арест! Кто? Вы? Да, я. Короткие руки. А вы знаете, что он скоро женится на моей дочери? И что я сам скоро буду вельможей? Я вас в Сибирь законопачу. Да, в Сибирь? Далеко себе. Господа, позвольте, я прочту вам, позвольте. Читайте! Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел было посадить в тюрьму, как вдруг весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жиру и волочусь напропалую за его женой и дочкой, строю курбеты им обеим, не решился только с которой начать. Думаю, прежде с матушки. Матушка такая, что сию минуту готова облагодетельствовать. И я сегодня намерен поставить городничему припорядочные рога. Все мне дают взаймы сколько угодно, оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Я знаю, ты пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин. Вот этого там нет. Читайте сами. Вы сами это написали. Как бы стал бы я писать? Читайте, читайте! Городничий глуп, как сивый мерин. Очень нужно повторять, вот оно и так без этого там не стоит. Очень нужно повторять, вот оно без этого так. Сивый мерин, почтмейстер, тоже добрый человек. Я прочитал. Почмейстер, точь-в-точь, департаментский сторож Михею, пьет горькую, подлец. Подлец, подлец. Ну, скверный мальчишка, которого надо бы посечь, больше ничего. Свечу, свечу! Дайте свечу! Дайте, дайте! Попечитель богоугодных заведений. Чего замолчали? Да, нечеткое перо. Читайте, 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 читайте. Земляника – совершенная свинья в ермолке. Где же свинья бывает в ермолке? Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Ей-богу, никогда не брал в рот луку. Судья! Господа, длинное письмо, ну черти ли его читать? Дрянь я такую! Читайте, читайте! Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени мавитон. Французское слово. Да, это уж словечко, будьте покойны. Народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепички. Я сам, по примеру твоему, собираюсь заняться литературой. Скучно, брат, так жить хочется, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-то высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию. Оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородие, милостивому государю. Ивану Васильевичу Трепичкину. В Петербурге. Почтамскую улицу. В доме под номером 97. Воротя на двор в третьем этаже. Направо. 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 Этого не может быть, Антоша. Не может быть.
Когда зарезал, так зарезал. Убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц. И больше ничего. Ворочить его! Ворочи! Куды ворочить? Я как назло велел смотрителю дать ему лучшую почтовую тройку. Черт дернул дать вперед и предписание. А знаете, господа, ведь он взял у меня 300 рублей. Так и у меня взял. 300! У меня 400. У нас с Петром Ивановичем 65. 500, да! Этого не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой. Обручился. Кукиш с маслом, вот тебе обручился. Один купец, не подрядчик, не мог обмануть. Мошенников над мошенниками обманывал. Фрейдох, плутов, таких, которые весь свет могли оборвать. Трех губернаторов обманывал. Черт, губернатор. Нечего и говорить про губернаторов. Весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен Городничий. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вот он сейчас названивает по всей дороге колокольчик. Всему миру историю разнесет. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется какой-нибудь бумага-марака, щелкопер. Комедию тебя вставят. Ни чина, ни звания не пощадит. И будут все зубы скалить и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собой смеетесь.
именному повелению чиновник из Петербурга сей же час требует вас к себе. Пригласил вас, господа, для того, чтобы сообщить вам про неприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга с секретным предписанием. По своей части кое-какие распоряжения сделал, советую вам, особенно вам, Артемий Филиппович. Без всякого сомнения, проезжающий чиновник в первую очередь захочет осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. Так сделайте, чтобы все было в порядке.